что без Глеба ты, ну, начала закрываться, и тебя слышно только на лобном месте, либо благодаря Назару ты какую-то реакцию даешь, а так нет. И поэтому я проголосовала против тебя. Я могла еще против Адриана проголосовать, у меня Адриана и ты была. Но я думаю, что у Адриана еще здесь не закончена история с этим Сережей, с родителями, которые приехали, и что-то да будет. Вот. Поэтому следующая по списку ты как бы. Понятно. Я так не считаю, на самом деле. Я как-то после всей пережитой здесь ситуации сильнее стала, взяла себя как-то в руки, пытаюсь смеяться, улыбаться, не плакать в подушку. И как бы для меня это уже прорыв какой-то, я начинаю рассматривать, общаться там с другими парнями, начала заниматься собой, себя развивать, начала адекватно расценивать все ситуации, могу высказаться по любой теме, потому что раньше я этого, ну, не так могла сделать. Хорошо, ты действительно открыта к отношениям? Крест на прошлом стоит, ты к нему не возвращаешься? Ну, я, да, головой, да, я хочу новую жизнь начать. Да, сердце. Знаешь, когда у нас в сердце, у каждого есть какие-то прошлые отношения. И когда мы, ну, когда жена, где ты говорил, встречаем другого человека, у нас, ну, все, мы начинаем растворяться в новом. А пока, и даже после каких-то расставаний, мы вспоминаем о бывшем, потом еще там о каком-то бывшем. Поэтому вот так, я хочу как бы встретить человека, с которым...